Я бы их, блядь, перестрелял половину, нахуй. Я в тор. Да я в армии служил, блин. Гастарбайтерами? Там не русских у нас было, блин, духуя, блин. Грузин. Пехота, да? Да. Какой год служил? 71. А? 71. 71 по? 73-й, блин. 73-й, а я 74-й по 76-й, станция Даурия, воинская часть 21-757. Разведбат, я служил. А ты? Я в Венгрии. Ах ты, это было престижно довольно-таки, считалось за границей. Венгрия, Германия. В магазин ты сходил уже сегодня? Сходил, что ж такое, еду. Каждый день бухаешь. Ну ты как-то бухаешь нормально. Я считаю, что ты бухаешь не здорово. Держишься. Сколько тебе лет-то уже? 60. Ровно? Или 60 уже один? Нет, 61 в декабре будет. А, ты декабрьский? Декабрьский? Ясно, Коля. Ну, хороший ты друг, конечно. Я уже на пенсию ушел, блин. Так ты недавно на пенсии-то? Ну, с декабря. Уже год, считай. Ну, не год, а... Ну, да. Скоро год будет. Я на пенсию пошел. И начал бухать, да? Каждый день. Уволился, блин. Вот такие дела. А на дачу ездишь. В Горелово, Горелово. Друг у тебя есть Колька, видишь, не появляется. Друг Колька. А? Колька друг твой не появляется. Засел там в своей Упскопчине. Он в этой Псковской. У Пскопчине, бля. Ладно, дорогие друзья, заканчиваем пока запись. Ну. Да, заканчиваю. Да. Я уже а сейчас он будет закуривать. Курить у нас нельзя в кадре, да, дорогие друзья? Да.